2017 год в России объявлен годом экологии. В связи с этим Сланцевское лесничество запланировало множество мероприятий на тему «Берегите лес». В рамках этих мероприятий представители Сланцевского лесничества будут проводить профилактические беседы со старостами поселений. Также лесничество откроет свои двери для всех школьников города и района. Ребята смогут узнать о работе организации и посмотреть технику, которая используется при тушении лесных пожаров. На одну из таких экскурсий приехали учащиеся Сланцевской средней общеобразовательной школы номер 6. Цель проведения таких мероприятий – это выработать как бы у школьников такое бережное отношение к природе, в частности к лесу, и также, чтобы они в своей школе могли тоже рассказать младшим классам, старшим классам, своим родителям о том, что нужно все-таки бережно относиться к природе. Вот. Ну и воспользуясь случаем, хочу обратиться все-таки и к жителям Сланцевского района, и к гостям, что все-таки берегите леса и поосторожней в лесу с огнем, особенно в пожароопасный период. Потому что понятно, что несоблюдение вот этих вот элементарных правил, оно и приводит к лесным пожарам. Павел Рябинин провел детям интереснейшую экскурсию. Ребята смогли своими глазами увидеть, как выглядит противопожарный комплекс, ранцевый огнетушитель, мотопомпа. Узнали, как используется эта техника при тушении пожара. Школьники посетили пожарно-химическую станцию, где хранится весь материал, используемый для работы пожарных. Особый интерес вызвал пункт диспетчерского управления. 4 камеры наблюдения в Сланцевском районе передают сигнал и картинку об обстановке в лесах на 2 монитора в диспетчерском. Пункт. Специалист, видя возгорание, подает сигнал, и группа пожарных незамедлительно выезжает к месту пожара. Ребята остались очень довольны экскурсией, так как каждый узнал для себя много нового и полезного.